Подальше от европейского пути. Парламент Грузии все же принял закон об иноагентах. Теперь документ должна подписать президент. Правда, Зурабишвили ранее пообещала, что наложит вето на законопроект. Но у грузинской мечты есть достаточно голосов, чтобы преодолеть ее запрет. Тем временем на улице Тбилиси вновь вышли несогласные с принятым законом. Соросята и прочие недовольные начали массовые беспорядки. Митингующие повредили ограждение у здания парламента и не подчиняются требованиям полиции. Спецназ начал задержание. Не менее горячо было сегодня и в самом парламенте. Случилась массовая драка, даже женщины не остались в стороне и присоединились к горячим дебатам. Вразумить сошедших с западной тропинки грузинских политиков попытались европейские делегации, но правительство Грузии отказалось разговаривать с представителями из Германии, Польши, Чехии и стран Прибалтики, которые приехали в Тбилиси поддержать противников закона об иноагентах и лишать Запад рычагов влияния. Как стало известно, США введут санкции против властей Грузии, если в стране будет подорвана демократия, об этом заявил помощник госсекретаря. Что же такое демократия в самих штатах, где постоянно избивают, калечат и сажают в тюрьму людей, которые протестуют против произвола американской администрации, не говорят.